Свое становление биошкола начала в 2016 году. Здесь готовят победителей и призеров олимпиад муниципального, регионального и федерального уровней. А это серьезное подспорье для учащихся при поступлении в профильные вузы. Дети здесь замотивированы на учебу, стремятся к получению знаний, любят дело, которым занимаются. С самых ранних лет ребенок может найти свое призвание в направлении биологии. Здесь педагоги рассказывают простым и понятным языком. Молодежь увлечена, глаза у всех горят. Биошкола Олимпийского резерва – это действительно для нас такая сильная опора и в реализации нашего главного проекта всей нашей жизни агентства – это Калужский фармацевтический кластер, потому что именно вы, дорогие ребята, та элита, по крайней мере, мы в вас верим и видим в вас элиту, которая придет лет так через 10-15, может, для кого-то еще раньше, на смену тем замечательным ребятам, которые, сотрудникам, которые сегодня работают на предприятиях и усилят нашу фармацевтику, ну и все наше биотехнологическое направление в регионе. На протяжении всего учебного года ребята занимались, посещали курсы и сдавали зачеты, чтобы 22 мая получить свои свидетельства. В Обнинске интерес к биологии высок, а биошкола успешно работает на результат каждого ребенка. 293 человека в этом году занимались на базе биошколы. Ребятам предлагается обучение в форме курсов, их порядка 20. Больше всего учащихся было на первом и втором годах обучения в биошколе. Заканчивается 8-й год обучения. Некоторые у нас новенькие, некоторые продолжают и не бросают. Кто-то уйдет после 11 класса, и мы надеемся все равно вернуться в наши школы, вернуться в наш город, да, хотя, может, будут обучение проходить в других местах, и наш Обнинск будет процветать. В этом году юные биологи хорошо себя проявили. От Калужской области на заключительный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по биологии и экологии поехали трое воспитанников биошколы. Две ученицы стали призерами. Ничего не было сказано о тех людях, на которых держится биошкола. В первую очередь, это Мария Михайловна рассказывала, я хочу поаплодировать ей тоже. И думаю, что все присоединятся к этим аплодисментам, потому что на ее плечах держится эта идея, этот проект, который в свое время мы начинали вместе с АТ. Были только летние школы, и постепенно, как она сказала сегодня, по законам биологии, он развивается, он расширяется, становится все больше и больше ребят, становится все больше и больше родителей. И это очень здорово, что в нашем городе, в нашем институте, в наших школах есть такие преподаватели. В зале технопарка собралось 220 человек. На мероприятии каждый получил свидетельство об окончании курса. А ребята, которые активно проявляли себя и завоевывали призовые места, были отмечены отдельно дипломами и ценными призами. Впереди у юных биологов намечается не менее интересный отдых, ведь совсем скоро откроется летняя смена биошколы Олимпийского резерва. Кристина Забошко, Максим Сечко, Обнинск ТВ.